Здесь они. Надо прятаться скорее. Будь у меня тут раблы большие. Что случилось, Шерлок? На тебе лица нет, а? Тут люди объявились! Кричащие сиреноголовые! А ты мне говорил, мы их динамитом продинамитили! И Бося! Бось! Это! Сирены усилились! Походу, они к нам в дом лезут! Бегом пулей на второй этаж! Там дверь открыта! К серверу бежишь, там самый темный угол, там света нигде нет, они тебя не найдут. Все, я вылетаю, Шерлок. Пулей! Бегу, так, надо быстренько, быстренько прятаться. Так, где-то вот, походу, этот самый темный угол. Вот здесь я, наверное, и буду сидеть. Все, решено, отсюда ни шагу. Блин, что они там с Шерлоком сделали, а? Ёлки-палки. Этот сиреноголовый меня сейчас сожрет! Обещал быстро прилететь! Что-то у вас совсем не быстро получается! Будьте как всегда, капушенция! Ах ты гадина! Сдохни ты же! На, еще один! Готов! Так, быстро, за Шерлоком! Ой, платите, Галя, пожалуйста, скорей! Эти сиреноголовые, походу, в доме уже слышу их сирены! Батя, батя, ну сожрут меня! Гадина, откуда вы столько взялись, а? Еще один воет. Блин, где-то на территории, во дворе. Шерлок, я надеюсь, тебя еще не сожрали там. Держись. За углом. Может, в этом ящике, что ли, спрятаться? Даже не знаю, что и делать. Ой, как же стрёмно это все. Так, ну, вроде ящик закрывается. Может, точнее, к нему? Нет, наверное, током прибьет. Йоу, это что взрывается такое? Это что за звуки? Неужели батя на сиреноголовых? Ого, работают мои пули. Так, вроде тихо. Да такие звуки со двора идти могут. Да только от бати. Только у него ключи есть от нашего двора. Батечка, ну давай быстрее! В доме-то точно какая-то дрянь есть, батюня! А, Шерлок еще жив. Скулит там. Это что? Это что я слышу? Это батя домой, походу, зашел! Гад стоит один, вон, около камина. Бы не батю рванула. На, падла! В яблочко! А если это батю рванула, мне тогда гранды буду плакать! Так, все проверил. Дома чисто. Только я Шерлока не слышу. Шерлок! Шерлок, ты где, мальчик? Шерлок, иди ко мне, Шерлок! Это что за звуки такие? Это кто-то ко мне поднимается! Неужели сиреноголовый батя сожрал и меня сейчас сожрет? Вот это мне просто!
Шерлок! Шерлок, мальчик! Это чё, батя? Или это сиреноголовый батин голос подделал? Нифига не буду выходить! О, слышу тебя, Шерлок, это ты? Шерлок! Да блин! Ой, это кто свет включил? Батин, да ты или нет? Не буду молчать, пускай ищет. Если сиреноголовый, то лучше меня подольше пусть поищет. А если батя, то все равно найдет, буду точно молчать. Шерлок, ты здесь, мальчик? Шерлок. Батя, походу. Шерлок. Батечка! Да это ты, батюшечка! Шерлок! Ой! Ой, ты мой хороший! Живой, невредимый, не царапанный! И ты что так долго ехал? Я не понял! Ты что, вообще уже? Перепутал все! Сказал, минуточку, я знаю, что тут 300 кило потерял от страху! Каких 300 кило? Ты всего 15 весишь. Как я рад, что с тобой все хорошо. Эй, батя, я тоже рад. Пойду проверю, нет ли там никого. Че? А не пойду проверять. Я такую штуку классную нашел. Я верю, ты со всеми справился. Ну ты, бать, молодец. Ну между прочим, бать, это я молодец. Это я их всех сюда заманил, чтобы ты их всех поприкокошил. Ну, а вы были на канале Бро Шоу Пэт. Ставьте мне лайки за то, что я такой смелый. И подписывайтесь на мой канал. Правда, бать? Ну, подтверди, ну, тяжело, что ли? Понеслось, да. Он вообще мега смелый, ребята. Лайки ему обязательно поставьте. А я тебе потом про свою новую пушку расскажу. Ты даже не заметил ее, на стакан накинулся. А, пушка? Ну, точняк, ладно. И буду играться. Ой, хоть немножко расслаблюсь, а то я совсем в депрессняке сидел. Ой, как хорошо, антис.